Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадрашов. Продолжаем, этот перерывчик делал, но тем не менее продолжаем проходить Prey 2006. Так, что тут у меня полностью, да? Ладно, пошли. Я даже еще не знаю, что тут. Не охуела, тварь. Хера настолько в зарядах. А, ладно. Я просто не понимаю, как это работает, честно. Надо что-то сделать, потому что летают камни и мешают. Вот, собственно, и все. Давай назад. Пошли. Так, а как мы теперь тут быть? Здесь? Ну куда? Вот, блядь, вот это бред, вот это, блядь, такой пиздец. Просто чуть задел все это, хуйня куда-то улетает, как помню, с ящиками в первом Half-Life. Это просто будет такая жопа. Так, сейчас, F5. Вот, вот как мне теперь туда запрыгнуть? Я бы еще побыстрее это делал, нет? Спасибо. Серьезно? Ты даже сюда залез? Да, блять, я его не цепляю никак! Ну, сука, как можно подойти, отходить назад и зацепить его как-то за собой? Ну, блять, что вот это? Что это за говно, блядь?
Запрыгни! Спасибо, ёб твою мать! Блядь! Вот, вот из-за этой вот хуйни я терпеть, блядь, не могу старые игры, вот многие. Потому что, блядь, на кой хер вот это надо? Вот просто какой-то мудак решил, что это весело, блядь. Давайте запихаем это говно в свою игру. Пространственная аномалия. Ведь в таких многих играх было весело двигать ящики и прыгать по ним, блядь. Давайте вспомним, в какой... А, я вспомню, в какой. Ни в какой, блядь, этой игре не было весело, блядь. Ни в одной. Сука, ни в одной игре, в которую играл, не было весело, блядь. Двигать ящики. Вам по ним куда-то залезать. Получилось, да? Спасибо тебе большое. Их и так здоровье, как у слона. И теперь они еще и хилки используют. А что нет, действительно? Вот ты дерешься с чем-то большим, неебически этим. Думаешь, как бы его убивать? Сзади тебя атакует кто-то еще. Думаешь, наверное, кто-то еще из таких врагов. А это, блядь, индейка сраная, блядь. Охуенно. А это сраная индейка. На! Ты можешь, блядь, сдохнешь? У меня как такая идея, ёб твою мать. Что он с ней делает? Где она? Куда она делась, блядь? Что ты делаешь, блядь? Ты можешь мне приключить? Да ёб твою-то мать, сука! Что вот это вот, блядь? Бля, он стал какие-то щиты ставить. А я просто вот охуеваю каждый раз. Вот, вот, ну, блядь, вот не могут, да, игры вот. Ты можешь сдохнуть просто, сука ты ёбаная! Они вот так поглощают ракеты, блядь. Объясните мне, пожалуйста. Он раньше это вот вообще, он делал два раза на всю игру. Так. Теперь внезапно он все ракеты поглощает. Ну охуеть. Сука. Да, кстати говоря, тоже из серии ГГ прикольно. Садился писать, а мне пришло уведомление, там типа разбор полетов как раз по Prey пришел. Ну, не пришел, в смысле, вышел. Ну охуенно, весело же, да, враги, которые хуяк такие, блядь, и делают штуки, которые раньше они никогда особо не делали. Ой, блядь. Так, подожди, это лечилка. Ну и куда? Меня ну, бомбит именно от того, ладно, вот говорю, вот когда мне больше бесит, чем когда просто плохая игра, ты сидишь такой, бля, какое говно. А когда есть прям реально много охуенных абсолютно идей, но наравне с этими охуенными идеями, есть такие тупорылые просто до невозможности. Как будто они такие, блин, знаете, баланс пытались соблюсти. Знаете, на каждую охуенную идею надо две тупорылых просто, потому что иначе, ну, они слишком охуенные.
что это? Я в него выстрелил, он умер, а потом что-то взорвалось, блядь. А потом что-то взорвалось, блядь. Что взорвалось, блядь, если я его убил? И ракет никаких он не пускал уже, блядь, потому что я его убил. Что взорвалось, блядь? Чё, да не бочка-то взорвалась, у меня сзади ракеты, блядь, прилетела. Ну, вы считай, чё, я почти две серии записал, всё было... Какой почти? Подожди. Три серии записал, и всё в целом было охуенно. Ну, пора, что уже игра почти к концу подходит. Пора бы уже какой-то тупой хуетой заняться, чё бы нет. Все хорошо как-то было. Ну и чё? Так. Не хочу на этом говне летать, вот серьезно, блядь. Ну? Что? Поднимайся вверх, спасибо. Я думал, это дверь вообще-то обычно. Так, туда. А это. Ой, уйди нахуй, а. Во, ему вообще похуй, как будто я, блядь, горохом в них стреляю. Чё нет тут? Эффект примерно тоже. Так, а то я могу сюда сесть, могу сюда сесть. В общем, чё-то же... А, здесь был здесь портал, вот тогда появился, да. Ой, блядь, восхождение. Уровни почему-то с названием восхождение, они воодушевление уровни с названием восхождение. Что-то как-то не особо вызывают, если честно. Значит, надо долго куда-то идти, забираться. Так, что у меня? Давай лучше вот это. Что это? Заморозка, это, конечно. Утечка, опасность, утечка. Какие звуки, как меня пиздит кто-то, вот серьезно. Ну и чё? Ну вот, начало уровня, блядь, что я вот здесь должен сделать, объясните? Я говорю, вот некоторые загадки, это просто вот, это настолько шедевральная хуйня, что просто вот, замкнутая комната, просто замкнутая, не то что замкнутая, она перезамкнутая 200 тысяч раз. Ладно, хорошо, допустим, беру заморозку.
Нет, надо же, холод не замораживается, охуеть. Кто бы мог подумать, холод не замораживается. Холод не замораживается, не стреляется плазмой. А, ну ладно, окей. Просто здесь, говорю, так неочевидны местами, что просто вот... А это еще эту хуйню каким-то образом отключило бы. А, ну естественно здесь был значок, да. Как раз там, где дуло эта хуйня. Угу. Ладно, хуй с ним. Ой, блядь. И езжай сюда, ну тебя нахуй. Ну, блядь, ну конечно же, мне же ничего не хватало для полного счастья. Давайте еще мины кидаем. У нас же герой слишком крепкий, слишком долго живет. Надо... Ты будешь попадать в кого-нибудь, ёб твою мать! У нас герой же слишком живучий, понимаете? Очень много в нем этого... Здоровья? Надо еще, чтобы мины летали. Да, согласен, согласен, поддерживаю. Согласен. Они, блядь, говорю, то он с этой пулеметной очереди, он с одной дох, вот реально с одной, блядь. Теперь начинается, что они, типа, причем, говорю, это же те же самые враги, это не какие-то другие враги, которые там... Чё ты перестал им попадать? Да иди нахуй, тварь, ёбаная! Я так и не понимаю, что происходит, как в меня эти красные влетают в меня, что? Ну влетают они, что? Они меня бьют, они отнимают у меня что-то. Заканчивал. Да, да, давай еще полетаем на этом говне, блядь. Еще, насколько я знаю, Prey, она, по-моему, еще и это провалилась в продаже. Ну, собственно, одна из причин, почему сиквел-то заморозили. Ну, это я уже не уверен, то есть. Не факт. Cylinder is many hundreds of your miles tall, human. Each other. You are at its base. Your woman is being held near the top.
Can you possibly desire her enough to scale such a height? Why are you doing this to us? Oh, now you're quiet? Say something! Тебе не похуй, зачем она это делает? Наверняка из-за каких-то своих, блядь, ёбаных злодейских планов. Хотя, если они там нас... Блядь! Что? Да ёб твою-то мать! Ну, сука, как я могу всех видеть, блядь, со всех сторон? Блять, надо просто пиздец. Ты выходишь, смотришь, вот враг, бежишь к нему, у тебя со всех сторон тебя пиздят уже другие. Вот она реально, вот говорю, две серии было нормально, три. Сейчас началась хуйня. Ну, замечательно. Что это? Джен, I'm coming! I'm on my way! Чё-то, по-моему, они проебались с легонца с высотой. Я сейчас такими темпами довольно быстро доберусь. Кто же мог подумать, что он включит лифт и поедет на лифте? А-а-а, господи, мы продвинутая инопланетная цивилизация. Как так? Никто не предполагал, что он поедет на лифте. Так, где тут? Ну, засмотри, блядь, что это за пушки, блядь, из которых самый, блядь, тут... Мне кажется, с индейкой, если вылезет... А, типа, на меня не реагирует, да? Вау. Мне кажется, если сейчас вылезет индейка, вот. Когда я буду летать на корабле. Вот, то эта индейка все равно не будет убиваться из пушек этого корабля. Ну, только там с 500, с 5980 какой-то там попытки. Но... погоди, дай на превьюшку зафоткать. Еще раз показываем, во. Угу. Во-во-во, это у нас чё? Ой, фу, где отсюда? Это у нас чё? 23.45. Ну... Примерно напишем, там... Там будет видно. Так. Это все, да? Хотя нет, у меня еще прилично. Ставлю пока. So, Professor Caldwell, do you think these aliens have been here before? Oh, certainly, Art. In researching ancient Native American legends, I found several mentions of creatures returning to Earth and abducting human beings. The most recent period was with the Anasazi in the Four Corners region, where New Mexico, Utah, Arizona, and Colorado meet. So you think the Anasazi disappeared because of these same aliens? I think the evidence is quite conclusive, Art. I've been studying the petroglyphs in the area and correlating them with the oral traditions of the Pueblo, Ute, and Hopi tribes. The accounts discuss very similar circumstances, right down to the colors of the lights and the mention of an overlord creature that sounds very much like your keeper. Oh, that's amazing, Professor. Folks, if you're just joining us, we're on the air with NSU Professor of Psychic Research, Greta Caldwell. She's got a theory that we're being visited by an alien race who's responsible for abductions all throughout our history. Где-то, смотрите, там... Скоро его убивать-то будем, да? Так, ну чё, Вася? А, типа дальше открылось. Поехали дальше, так увлекает.
Я не знаю, вот на этом мне не нравится. То есть эта штука уничтожает каменные, блядь, эти глыбы, но при этом не может какого-то там обычного рабочего голожопого уничтожить нормально. И это вот просто поразительно. Вот, висят каменные здоровые метеориты. Возможно, это не они, но выглядит это как здоровенный камень, блядь. Ну, а с лампочкой, может, они мину какую-то на него повесили, чё? Протеину. Да, если можно эти штуки уничтожать, оказывается. Вот, и при этом обычный голожопый какой-то пришелец, который, блядь, ты можешь просто залететь, говна ты кусок ебаного. Это невыполнимая задача для него, потому что, ну, блядь, он же бегает, вот. Смотри, а, охуеть. Ну сколько раз зарядов, чтоб ты сдохла, блядь, уебище. Вот где он? А, ну понятно где он. Там, где я только что все замутюжил, блядь, взрывами, он живой стоит, чё, блядь. Так, а мне сюда, в принципе, наверное... А. Ай. Как дизайнерские там и всякие про здоровье, она вообще чуть пока здоровье не прибавилось. This hand is starting to stink. Или живешь как-нибудь. Почему-то он в этом месте смог в своем этом астральном проекции провалиться сквозь текстуру, а чё бы нет? Насколько далеко я смогу? Насколько далеко кукла вот располагается? Угу. Поехали наверх. Секундочку, посмотрим, что у нас тут. Наверх надо.
ему вообще похуй, что я в него попал, блядь. Так, а чё? Вылетел я к этому камню, что дальше? Эти штуки, я, по-моему, с той стороны, да? Да. Не, ну окей, тут можно выйти, окей, пошли. Если можно в башке камнем уебать, вот для полной, как говорится. Так, и... Сейчас еще и на время надо все замечательно. Музыка такая в стиле чужих тоже. Местами. А, так я не могу здесь вылезти. Блять, что это? Сюда или нет? Смотри, сколько он держит, а? Дальше.
блядь, еще и моли мне тут не хватало. Все? Я тонко намекаю, что надо бы пользоваться этой пушкой, ладно. Так, и чё? Я понимаю, что это типа самый... Вот я, блядь, отойти не успел, а, блядь, вот эти заряды. Кума отследить просто невозможно. Я вот просто не успеваю, они только там, бац, она уже вот у меня въебали при этом. Вверх, бедный, не в бок. Ну, I really should get out of here. Что ты говоришь, да? Ну мало ли. Что это, блядь, откуда они берутся, ну? Да заебал, иди ты нахуй отсюда! Да, блядь, вы бесконечные, что ли? Да, блядь, уйди ты нахуй, господи, сколько ж вас здесь. У меня полная. Да блять! Внезапно переход в астрал, это еще и средняя кнопка мыши. Колесико нажимаешь, он переходит тоже в астрал.
Надеюсь, это не на время отключается. Impressive. You are different. Professor, exactly what do these aliens want? Are we some sort of experiment for them? No, Art. The accounts seem to say that we are some kind of food source for them. Food source? Are you serious? Very. It seems that our race was seeded on this planet so that we can be harvested for food as they pass through our part of the galaxy. That's pretty frightening, don't you think? Absolutely. Apparently, we aren't the only world that they've seeded this with. The legends I've read talk about more worlds like ours that serve as food sources while these aliens travel from place to place. That would be why they only abduct some people rather than all of us? Exactly. They only take what they need as they pass through. When will they be back? I don't think they've left, Art. They're still here? Oh, yes. The legends seem to indicate that they remain for several months, and sometimes years. Taking food as they require before moving on to the next world. You heard it here, folks. Keep your doors and windows locked if you see any strange lights. From the high desert, this is Art Bell. Так, нет, тебя не буду пока. Хотя, скорее всего, я уже сюда не вернусь. Ай, ладно, давай. Все забываю, что это лечилка, которая... Если у нее осталось еще, то можно и потом... До этого всю игру вот эта лазерная хуета либо вызывала врагов реже, либо чаще она включала турель. Но здесь, в этот конкретный случай, это растяжка. Это очень помогает, знаете, вот в игровом опыте, когда ты играешь, ты уже примерно представляешь, какой ситуации еще ждать, прочее, как дальше действовать. Я думаю, вот я лучше, как обычно, сагрю, появится, где эта штука, и я ее взорву. А нихуя, это растяжка в этот раз просто, как бы, ну, сорян, в этот раз это растяжка, типа, ну, чувак, извиняй. Какая-то очередная хлобуда. Давайте на этом на сегодня все. Я думаю, опять же, серии 10 она где-то будет занимать. Возможно, там... Надеюсь, не 9. Надеюсь, не на 9 все закончится. Не люблю, когда плейлист заканчивается на 9, на серии с числом 9. Ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры за процессе Капов Крип. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И по возможности поддержите канал материально. Ссылки на реквизиты в описании к каждому видео, на всякие там, которые есть только, которые только могут быть во вселенной. Вот, в описании к каждому видео есть. Все, всем всего доброго, играйте хорошие игры, всем пока.